День Нептуна прошел в ФСК Пушкина. Сам по себе праздник был раньше праздником моряков, но постепенно распространился на всех, кто умеет плавать или просто любит подолгу находиться в воде. Но я не имею в виду душ или ванну, так как Нептун все же бог морей, а не ванн. А перед соревнованиями пожелать удачи всем участникам вышел сам директор ФСК. Мы очень рады вас сегодня здесь всех видеть, участников, зрителей. Нептуна рады видеть, зверей, ну и чертей даже тоже рады видеть. Очень надеемся, что сегодняшний праздник и соревнования пройдут отлично. Ребята покажут достойные спортивные результаты. Нептун нас порадует своими выступлениями. Будем надеяться. Ну, удачной воды всем, легкой воды и хороших побед, хороших результатов. Удачи! Главным действующим лицом праздника является Нептун, бог морей. Его окружение – русалки и черти, помогают проходить обряд посвящения. Сценарий праздника очень разнообразен на каждом корабле. Но пусть у нас и не корабль, но сценарий тоже скучать не заставил. Я болею за Богдана Ганчина. Он занимается здесь плаванием. Мы очень довольны. Проходят занятия. И вот первый раз соревнования такие интересные. Конечно, результат сами видим, что он сам плавает. Уже нам за него спокойно, когда мы идем на речь, когда мы в море плаваем, то все-таки он рядом с нами, но плывет сам самостоятельно. Сначала ребята разбивались на команды, а затем участвовали в конкурсах, которые подготовили для них те самые русалки и черти. Нептун же за всем наблюдал. А сегодня в рамках соревнований по плаванию организаторы придумали, чтобы соревнования не просто были соревнованиями, они были, так скажем, в такой творческой атмосфере. То есть соревнования приурочены к празднику День Нептуна. И вот праздник День Нептуна, и в честь этого праздника, в честь Нептуна проводятся соревнования по плаванию. Ну, судя по глазам, по участию, по их активности, ребята очень хорошо восприняли этот праздник, с удовольствием участвовали, принимали участие в мини-соревнованиях, встречали бурными аплодисментами Нептуна, аплодировали. И даже родители наших участников тоже сидели с горящими глазами, улыбались, аплодировали и наблюдали за этим действом. Участников набралось немало. И все они настроены на победу, как, впрочем, и в зале напротив, где проходил весенний футбольный чемпионат «Подснежник». Именно здесь идет борьба по принципу «один за всех, а все за одного». Ведь все зависит как от умения голкипера словить мяч, так и от нападающего забить в чужие ворота. Но сами ребята признаются, что с удовольствием бы представили свой город и страну на мировом уровне. Тренировки? Ну, сегодня не было, а так тренируемся, готовимся к матчам, получается. Ну, раз в три недели, да. 3-4 бывает. Чтобы выиграли за российскую сборную. Награды, несомненно, достанутся своим героям. Но в сегодняшнем командном первенстве все же важно проверить свои силы, а дальше можно и пригласить кого-нибудь или в гости отправиться, чтобы посоревноваться. Алексей Суходольский, специально для телеканала «Твой Пушкинский».